Здравствуйте, дорогие мои! В этом месяце проводили конкурс на лучшие фото и видеоотзыв. К сожалению, отзывов пришло намного меньше, чем я ожидала, и, с одной стороны, я, конечно, удивилась, с другой стороны, я все, конечно, прекрасно понимаю, почему я удивилась, потому что на наш сайт приходит ежедневно 5, 6, 7 новых обычных отзывов от наших постоянных клиентов, которые рассказывают о косметике, как она понравилась, хвалят бальзамы, хвалят масла, там другие вещи, да? И когда я объявила конкурс с ценными призами на видео и фотоотзывы, и ко мне пришло небольшое количество, это на самом деле меня немножко удивило. Вроде есть мотивация, да, писать более развернуто, более информативно, с фотографиями. Но потом мне начали писать люди с письмами, что ой-ой-ой, а вот можно как-нибудь, вот у меня вот уже я знаю, что я хочу написать отзыв, хороший, большой, с фотографиями, но я сейчас нахожусь в отъезде, у меня просто нет такой возможности. А можно вот перенести вот этот вот конкурс, вот немножко вот, да, подальше сделать, ближе к осени, чтобы было время, чтобы я могла дома спокойно это все сделать. И поэтому мы решили продлить, это первая хорошая новость, то, что мы решили продлить этот конкурс, и результаты будут объявлены победители в конце сентября. Призы я еще не придумала, так те призы, которые я приготовила на этот конкурс, они уже ушли. Так я решила, что, ну, не важно, да, что мало людей, все равно люди старались, писали, и поэтому я решила их вознаградить. Первое, кого я буду награждать, это Ольга Братко, которая написала видеоотзыв. Она была единственная, кто написала видеоотзыв, так что у нее, можно сказать, безусловная победа. Вот, за неимением конкурентов. Ольга выбрала красный кошелек из кожи ската. Вот такой кошелек уходит в город Челябинск. В этот кошелек я кладу 20 тайских бат с изображением короля. Кто не знает, король в Таиланде, он приравнивается к лику святых, ему молятся, ему поклоняются. Так что вот эта вот замечательная монетка денежного зеленого цвета, купюра, она идет Ольге вместе с кошельком в комплекте. Также монетка, которая здесь называется сатанг. У нее достоинство 25, кажется, сатангов. Вот, тоже с изображением короля и с королевским дворцом на обратной стороне. Она тоже идет в кошелек в отдел для мелочи. И также я в кошелек кладу небольшой кусочек ладана. Вот. Чтобы он отгонял злых духов от вашего кошелька. Вот. Ольга, кошелек комплектован. Он придет к тебе в твоем заказе, который ты уже оформила и ждет, пока мы положим в него подарочки. Вот, также Ольге я положила маску, которую я обещала, и плюс, так как она первая, единственная, парфюмированный крем. Вот, второй подарок за лучший фотоотзыв уходит нашей замечательной Татьяне из города Сатка, которая прислала потрясающий просто отзыв с рейтингом, с выкладком того, какие товары у них популярны в СП, и также Татьяна прислала очень красивые фотографии того места, где она живет, просто что-то фантастическое. Смотришь и поражаешься, красивые все-таки места из нашей замечательной России. Вот. Татьяне хоть точно такой же кошелек, только черного цвета. Точно так же, как и Ольге, я положила купюру с изображением короля. Вот, уже в кошелечке. Также здесь монетка. И также здесь находится кусочек ладана. Вот. Девочки, поздравляю вас! Вы у меня лучше. И я надеюсь, что в следующем туре, который будет длиться до конца сентября, нам придет больше интересных, развернутых, красивых отзывов. Также напоминаю, что я дарю подарки не только победителям, но и тем, кто принимает участие в виде небольших приятных каких-то вещиц. В этот раз я дарила маски за видеоотзывы, парфюмерный крем за фотоотзывы. Девочки, которые не выиграли, вы не расстраивайтесь. Я вам тоже обязательно подарю подарочки приятные. И кроме того, вы можете также написать еще один отзыв. Мы разместим его у нас, тоже будем осматривать, сколько человек поделилось, сколько человеком он понравился.
И возможно, что в следующем туре именно вы получите наши главные подарки. Вот, такой небольшой секрет. Я так подозреваю, что Татьяна, она просто попросила всех ее знакомых проголосовать, и поэтому у нее получилось победить, потому что были отзывы не менее интересные, с очень красивыми фотографиями, с очень хорошим описанием, которые не набрали достаточной популярности просто потому, что сейчас у нас даже на сайте спад посещаемости, потому что все люди в разъездах, и людей, вот если попросить, они могут по дружбе там, сделать репост, лайк и так далее. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Спасибо за то, что вы так детально и хорошо расписываете свой опыт применения косметики, заказанной в Таиланде. Я надеюсь, что вместе с нами у вас получится добиться тех результатов, за которыми вы изначально пришли. Я желаю всем крепкого здоровья и вечной молодости.